привет! И это будет 3-минутный влог о том, как я пытаюсь распланировать свое время до экзаменов, время подготовки своей, что я делаю. Он будет вообще некрасивый, не как обычно я люблю монтировать, посидеть по 4-6 часов. Нет, это не тот влог, потому что времени остается мало до экзаменов. Короче, тяп-ляп, я нарисовала такую штуку для каждого предмета. Где вот эта вот строчка одна, это каждая неделя. Вот сколько? 10 недель до апреля, 10-11 осталось, что вообще готовится. Поэтому, так как я очень пекусь о том, о потраченном времени, о нецелесообразно потраченном времени, короче, эта штука, думаю, мне очень пригодится. Я уже наклеила. Сколько штук? Сколько? 3 штуки. 2 штуки. Короче, 2. Короче, лайфхак. Если вы хотите быстро распланировать свое время, вам понадобится листок бумаги и очень много скотча. Это все. Я сверху написала, что вообще мне нужно делать в месяц, чтобы как бы удобненько. Вообще у меня здесь и записано, что мне нужно делать. Покажу предмету. Еще я это выписала сверху, чтобы более удобно. Здесь еще не написала пока. Собственно, да. Извиняйте за тряску. Собственно, это все видео о том, как я хотела распланировать свое время. Я не стала как-то изменять это мой outfit. Как бы я в домашней одежде. Сделала немножко тяп-ляп, но в целом как бы нет времени лишнего. Так что всем спасибо. Возможно, кому-то эта идея будет интересна. Интересно. Короче, возьмете на заметку. Да. А, знаете, откуда я это взяла? Все, я вспомнила. Почему я у меня везде развешаны. До сих пор на шкафу висят карточки с английским языком, с правилами по английскому языку. И вообще, в принципе, все стены вешаны какими-то фоточками, плакатиками всякими разными. Хорошо, это очень удобно, когда на видном месте висит то, что на чем у тебя фокус вообще. В данный момент, период жизни у тебя стоит фокус, на что направлен. И чтобы это прям не вылетать из этого режима, из процесса, потому что я иногда могу, например, какой-то день не порешать, например, ЕГЭ, или порешать его очень мало. Уже нет такой какой-то четкой структуры, чего теперь есть.